Нарушили закон. Я вынужден взять с вас штраф. Ладно, командир, Бомба. Надеюсь, этого больше не повторится. Thank you.
осторожно! Эй, ублюдок, не трогай машину, ворюга! Полиция! Покажись, говнюк! Мы все умрем! Сэр, у вас второе нарушение. Придется платить штраф. Ладно, командир, я больше не буду. Надеюсь, этого больше не повторится.
Что тебе нужно? К счастью, все купились, когда я сказал, что Фрэнк мертв, и я избавился от тела. Так что на своих похоронах Фрэнк блистал отсутствием. У мафии есть привычка устраивать важным людям грандиозные похороны, на время которых люди забывают всяческие разборки друг с другом и с покойником. О мертвых или хорошо, или ничего. Любой гангстер вам это скажет. Как минимум на похоронах. Не только Сальери и наши ребята произносили длинные речи о своем лучшем друге Фрэнке, но даже Морелло и другие гангстеры. Морелло и Сальери плакали друг у друга на плече, как будто и не пытались день назад вцепиться друг другу в глотки. Фрэнк бы в гробу перевернулся, если бы действительно был мертв. В общем, все оказалось не так уж и страшно. Только пришлось сочинить кое-что насчет семьи Фрэнка. Сальери, конечно, хотел помогать бедной вдове своего лучшего друга до конца ее дней. Я же не мог ему сказать, что на самом деле они сейчас с комфортом отдыхают в Европе. Томми, сдается мне, что неприятности еще не кончились. Прокурор, что чуть не использовал против нас Фрэнка, продолжает копаться в дерьме. И я слышал, что у него даже есть свидетель. Похоже, что этот советник, чьего сына ты застрелил, отчаянно жаждет мести. Прокурор его хороший друг. Если мы не задавим это в зародыши, проблемы появятся вновь. Звучит довольно паршиво. Что еще хуже, этот парень никому не доверяет. Он хранит все свидетельства против нас на своей вилле. Сэм и Полли в этот самый момент занимаются свидетелями. А ты заберешь эти доказательства, Том. Как же попасть туда? Ну, сегодня у нас есть великолепная возможность. Господин прокурор решил посетить театр. И никого больше не будет дома. То есть, никого, кроме охранника. Конечно. Но его кабинет будет пуст. Его вилла в квартале миллионеров. Господин прокурор на самом деле не бедный парень. Спасибо, Луиджи. Твоей единственной заботой будет попасть туда, но вокруг виллы будут охранники. Как только залезешь внутрь, будешь в безопасности. Дом пуст. Кабинет прокурора на втором этаже, и там в стене должен быть сейф. На дело возьмешь с собой Сальваторе. Этот парень вскроет любой сейф в Америке. Забираете все доказательства и уходите, пока прокурор не вернулся. Окей, босс. Где я могу найти этого Сальваторе? Он будет ждать тебя в Хобокене, на углу рядом со стадионом. Так что сможешь подобрать его по дороге. Мне не нужно говорить тебе, как важна для нас эта работа, Томми. Бона фортуна. Я буду стараться, босс. И Томми. Если ты все же наткнешься на прокурора, ни в коем случае не убивай его. Это лишь добавит нам проблем. Вы можете положиться на меня, босс. Эта история с Фрэнком сильно подкосила Дона Сальери. Он наверняка чувствует себя виновным, но напрасно. Это необходимо было сделать. Лучше умереть с честью, чем предать семью и жить в изгнании, как прокаженный. Добрый вечер, Винченцо. Сегодня ночью мы собираемся совершить небольшую кражу со взломом. Мне нужно что-нибудь тихое. Томми, добрая старая бита, вот что нужно. Если ударить кого-нибудь по голове сзади, он довольно долго не будет тебе мешать. Для полной гарантии возьми еще вот этот кольт 1911. Я скрещу пальцы, чтобы тебе повезло, Томми. Спасибо, Винченцо.
Что тебе нужно? Привет, Том! Шеф, привет. Давай трогай. Отлично. Так куда мы едем? Так значит, ты можешь открыть любой сейф, да? Почти любой, шеф. А где ты научился таким штукам? Мой дед занимался этим. Я унаследовал его способности.
Сейфы становятся все лучше, приходится идти в ногу со временем, делать нечего. Сейчас попадаются очень хитрые сейфы. Ладно, мы на месте. Можешь открыть, Сальваторе? Я попробую. Готово, шеф. Тихо и делай, что я тебе говорю. Жди здесь.
сволочь! За мной? Жди здесь. За мной? Жди здесь. Привет, дорогуша. У тебя сегодня был хороший день? Черт, где же Сальваторе? За мной?
Ну, показывай, на что ты способен, Сальватор. Окей, шеф. Иисусе! Похоже, нам срочно надо смываться с Сальватора. Готово, шеф, как два пальца. Господи, тревога! Кто-то убил охранника! Жди здесь. За мной. Жди здесь. За мной? Подбросьте меня до дома. Я живу через улицу у стадиона, недалеко от того места, где вы меня подобрали.
Вот здесь я живу. Большое вам спасибо. Надеюсь, что в следующий раз будет полегче. Сегодня я чуть не навалил штаны. Я тоже на это надеюсь. Иди выспись. Что тебе нужно? Отлично, парни. Последний раз вы прекрасно справились. Не осталось ни доказательств, ни свидетелей против нас. Благодаря вашим методам убеждения, они и не пискнут больше. Спасибо, босс. Мы старались вас порадовать. Но у вас это получилось. Но сегодня мы собрались по другому поводу. У Поли есть весьма интересное предложение. Ну, я виделся с парнем из Кентукки. Уильям Гейтс его зовут. Всем известно, что в Кентукки гонят лучше домашние виски. Этот парень чуть не проблевался, когда хлебнул виски, который Морелло продает здесь. А когда он дал мне попробовать эту штуку, что они там гонят, я вас умоляю! Ничего другого больше в рот не возьму. Ну так я поспрашал его насчет этого. Говорит, но проблему. Он притащит столько, сколько мне надо. Меня аж трясет, когда я думаю о бабках. Короче, я заказал грузовик пойла. Я сказал себе, если товар пойдет,
можно заказать еще больше. Так можно возместить наш потерянный груз канадского виски. Мысль мне нравится. Мне тоже. Так что мы пойдем и заберем выпивку. Я уже весь извелся от нетерпения. И где они спрячут его? Они встретятся с нами на автостоянке. Мы должны быть более осторожны, чем в прошлый раз. Поедете туда на машине с двумя другими парнями. Они будут вас сопровождать по пути назад. Вы трое возьмете грузовик и пригоните его к нашему складу в Хобокене. Парни уже там, во дворе, ждут в машине. И привезите мне бутылочку. Хочется, наконец, глотнуть чего-нибудь приличного. Пусть сделано, босс. Вперед! Мы едем за лекарством. Вот, Том, это может пригодиться. Спасибо. Подождите нас здесь, ребята. Мы вернемся очень скоро. Когда мы выйдем, следуйте за нами. Потом мы заглянем на склад. Ясно, босс. Они уже ждут вас, мистер. Здорово, Билл! Рад видеть тебя снова! Здоров, Поля! Это мои партнеры и добрые друзья. Им понравилась идея сотрудничать. И они тоже любят первосортные виски. Твой товар что надо, я уверен. Ясное дело. А главное, Дону Сальери тоже все это нравится, и теперь он финансирует наши сделки. Вот первый взнос за товар. Мое почтение мистеру Сальери. Всегда рад иметь дело с такими, как он. И правильно, Билл. Ты неплохо поднимешься на этом. Если эта маленькая партия окупит себя, в следующий раз закажем намного больше. Пригнись! Что происходит? Это еще кто? Огонь! Бей ублюдков! Черт!
Ну-ка. Будь мужчиной и выходи! Биллу конец. Теперь он больше не нужен. Где ты? Что это за чертовщина, Поли? Кто они такие? Откуда мне знать? Ладно, ладно. Мы не можем сидеть здесь и ждать, пока набежит еще больше. Давайте найдем грузовик и уберемся отсюда к чертовой матери. Том, ты ведешь. Я поеду сзади, на другой машине. Проклятие, без грузовика нам конец. Собирайся в машину. Нечего здесь торчать. Придурок, Камин!
Похоже, Морелло опять оказался в курсе дела, босс. Эта полоса невезения никак не кончится. Парни, вы не поверите, но все обстоит ровно наоборот. На этот раз единственный, кому действительно не повезло, был Морелло. Что? Я выяснил, кто такой на самом деле наш мистер Гейтс. И? Гейтс никогда не был в Кентукки. Он был мелким воришкой, который украл товар у Морелло и хотел продать его нам. Морелло и не подозревает, что чуть не сорвал нам сделку. Он считает, что мы сперли грузовик самого дорогого его виски. Держу пари, этот ублюдок в восторге. Невероятно. Что ж, а ведь неплохо получилось. Давайте за это выпьем. За новые успехи, парни. Салют. В 33-м отменили сухой закон. Небось, вы не очень-то рады были, а? Золотые деньги закончились. Ну, наши были не в восторге, но особо никто не переживал. В конце концов, я женился на Саре, и у нас родилась дочь. Это было хорошее время. Бизнес, впрочем, не заглох. Во время сухого закона у нас была куча зелени, и мы вложили ее в новые проекты. Многие из них были легальными. У нас были обычные конторы. Строительные, транспортные, рестораны. Мы заправляли профсоюзами. И, конечно, оставались азартные игры, букмекеры, лотереи. На самом деле все было очень неплохо. Только пытались держаться подальше от наркоты. Хотя это и не всегда было легко. Да ну, бизнес есть бизнес, так? Вот тут ты не прав. Коза Ностра – это тебе не ирландцы с узкоглазыми. С наркотиками приходят большие деньги и гораздо большие проблемы. Если у кого-то были проблемы с копами из-за наркоты, он обычно поступал мудро, признавался. Попади он в руки своей семьи, ему каюк. Наркотики – табу. Так у вас что еще, были специальные парни, чтобы судить? Да, вроде того. Ведущие семьи выбирали босса из боссов. Этот человек улаживал большие проблемы и устанавливал правила игры. Значит, преступники, нарушители закона, располагали собственным судом? С ума сойти можно. Законы не неизменны. Золотые слова. Каждая страна в мире имеет свои. Просто тот, у кого есть власть, навязывает всем свою волю. От человека зависит, служить ли хозяину слепо или проводить собственную политику. Почему Дон должен был подчиняться? Мафия торжествовала над сухим законом со своими законами. Кучка бедных, необразованных сицилийских иммигрантов была сильнее, чем все законы, суды и полиция здесь, в Штатах. Конечно, это требовало действий. Каких убийств? Страданий, которых причиняли людям? Да ладно! Думаешь, мафия просто так убивает невинных людей? Мафия наказывает тех, кто нарушил законы. В том числе и многие ваши законы. Конечно, мы не можем никого оштрафовать, посадить в тюрьму. Каждый, кто приходит работать на нас, знает, что его ожидает, если он нарушит правила. Люди лгут, воруют, и для многих преступников любимое развлечение – спереть что-нибудь у братвы. Точно так же, как для мафиози развлечение – надувать государство. А как насчет вымогательства, грабежей и налетов, а? Эй, ну так и копы не святые. Ни один Дон не похвалит своих бойцов за то, что они обижают простых людей. Кроме того, мы не вмешиваемся в частные дела. А что до вымогательства, то большинство людей сами приходят к Дону за помощью и советом. И с радостью платят за них. Дон – уважаемый человек. Но не каждый Дон такой, как Сальери. Что да, то да. Ну вот видишь, ваша система работает, но знаешь почему? Потому что вы – банда эгоистичных убийц и заботитесь только о собственной выгоде. Вы живете, чтобы радоваться жизни, как свинья в дерьме. Вот почему вы удачливы, потому что думаете только о себе. А мы думаем обо всех. Копы должны поддерживать закон и порядок для всех, а это куда как тяжелее. Это правда. Но Дона можешь исключить из списка своих подзащитных. Он сам о себе позаботится. А как насчет тебя? Ты-то ради чего здесь сидишь?
А, Томми, я рад, что ты здесь. Боялся, что не застану тебя. Здрасте, босс. Что случилось? Есть кое-что, чего я ждал всю неделю. Я собирался поехать на ланч в ресторан Пеппи, но мой личный телохранитель заболел. Здесь никто не может меня отвезти. А я предпочитаю не делать таких вещей в одиночку. Ты подвезешь меня, правда? Конечно, босс. Браво. Тогда поехали. Я уже здорово проголодался. У тебя есть ствол, Томми? Ага, с собой. Думаете, понадобится? Ну, скорее всего, нет. Но лучше перестраховаться. Знаешь ведь, как бывает? Возьмем мою машину. Попасть туда. Пеппа коренной сицилиец, и к нам уже отличный повар. Когда мне хочется поесть, как дома, я иду только к нему. Подожди, пока попробуешь его сыры. Луиджи неплохой повар, но Пеппа настоящий мастер. Маэстро.
наконец-то, я бы сейчас лошадь съел. Здравствуйте, Дон Сальери, добро пожаловать. Ты себе не представляешь, как я соскучился по твоим фирменным блюдам. Еда потрясающая, Пепе. Так хорошо, я уже давно не обедал. Мольте грации, Дон. Похвала такого гурмана, как вы, всегда приятна. Да ладно тебе, какой из меня гурман. Если бы ты знал, что я ел вчера на обед, ты бы точно так не сказал. Может быть, что-нибудь еще, Дон? У меня есть превосходное кьянти. Правда? Тогда неси его сюда, Пепе. Сию минуту, сэр. Тебе понравилось, Томми? Босс, это было великолепно. Надо будет как-нибудь привезти сюда Сару. О, да, непременно, Томми. Только берегись, как бы Сара не обиделась из-за того, что готовит хуже Пепе. Какого черта здесь происходит? Эй, вы не испортили мне ланч. Мистер Морозов правила считает, должно быть больше хватит. Делать. Так что могли бы, по крайней мере, дать мне пригубить и вина. Нет, покончим с этим. Ха-ха-ха! Брось ему подарочек, Джо! Может, мы выкурим его оттуда? На вас так интересно работать, босс. Что ты сказал? У меня в ушах звенит от взрыва. Да, босс. Похоже, этот путь для нас закрыт. Попробуй обойти их со спины, пока я тут буду развлекать их. Да, босс, будьте осторожны. Должен сказать, ты не пальцем деланный, Томми. Ты спас мою задницу. Да вы и сами неплохо выступили, босс. Господи, ну и дурдом. Слава богу, Пепе успел спрятаться. Бедный парень. Надо будет послать ему денег на ремонт. Обязательно. Босс, хотел бы я знать, как они догадались, где мы. Думаете, за нами следили? Я так не думаю, Томми. Кажется, я понял, кто сдал меня. Кто? Карло, мой телохранитель. Этот чертов сукин сын. Только он знал, куда я собираюсь. Кроме того, он сегодня отпросился с работы. Слишком хорошо знал, чем это пахнет. Очень похоже на правду. А, я так думаю. Да я его порву как тряпку. Карло снимает квартиру в маленькой Италии, неподалеку от нашего бара. Там еще внизу пиццерии. Поехали. Thank you.
Хочешь меня убить? Карло, старый ублюдок, мы пришли за тобой. Давай, Том. Выбей дверь, ворвись туда и убей это. Он спустился по лестнице, Томми, он убегает. Хватай его. Ради бога, не делайте это. Иначе будет следующий. Полиция! Кто-нибудь! Убей негодяя, Том! Не будь идиотом, пристрели скотину! Не трать на него время, на этого ублюдка! Знаете что, босс? Что? В первый раз в жизни я грохнул человека без штанов. Ничего страшного, я тоже в первый. Все когда-нибудь бывает в первый раз. Смотрите, как кто к нам пришел. Как жизнь, Серджио. Чтим уголовный кодекс.
Вижу, у тебя новая боксерская груша. Но этот джентльмен считает, что с кассой профсоюза не все в порядке, хочет устроить забастовку. Я всегда говорил, что забастовка – это плохо. Очень плохо. Если, конечно, ее не организует мой дорогой брат ради высших интересов. Тебе это с рук не зайдет? Ребята тебе покажут. Я думаю, ты переоцениваешь их мужество. Ты насекомое! К сожалению, я пришел сюда не ради этой дискуссии. Сейчас будет урок о некоторых основных положениях о профсоюзах, принятых в стране нашей свободы. Продолжайте, парни! Чему обязан твоим посещением, брат? Сальери жив. Что? Как он мог выжить? Боюсь, на этот вопрос он не станет нам отвечать. Ублюдки, гореть вам в аду! А больше нет никого, кто мог бы рассказать, что случилось. Наши парни мертвы. И эта крыса Карла тоже мертв. Не соблаговолишь заткнуться? Мы тут пытаемся разговаривать. Иди к черту! Так просто Морелло не разговаривает. Боже, он должен был быть там один. Не мог же этот старикан убить так много наших ребят? Он мой ровесник, так что я не был бы так уверен. Но он, возможно, был там не один. Думаю, теперь они планируют от нас избавиться. Что же нам делать? Я постараюсь что-нибудь придумать. Будь осторожен. Теперь у нас на хвосте будут его лучшие бойцы. Так у нас теперь война? Да мы уже давно воюем. Но сейчас более чем когда-либо. Береги себя как следует. Босс, похоже, с него уже хватит. Что нам с ним дальше делать? Ну не знаю. Добейте его и утопите в океане. Томми, это покушение означает, что Морелло открыто объявил нам войну. Придется с ним разобраться. Если бы у Морелло не было дружков среди политиканов и других важных городских шишек, наши силы были бы почти равными. Ликвидируем этих людей. Наш противник будет здорово ослаблен. Именно это мы и должны сделать. Уничтожить его союзников. Правильно. И как мы все знаем, открытой войны следует избегать. Уберите генералов, тогда солдаты сдадутся без боя. В общем, мы так и поступим. Перебьем их по одному. Что конкретно имеется в виду? Первый на очереди – городской советник, который причинил нам так много хлопот. Морелло привел его в политику и приобрел в его лице сильную поддержку. Пора отправить его вслед за сынком. Сегодня же. Советник отмечает свой день рождения и решил устроить глобальную попойку. Пьянка состоится на пароходе, ожидается фейерверк и прочее. Потом он скажет речь перед прессой. Там будет масса людей, которые и думать забудут катить бочки на нас, когда увидят, что с ним стало. Звучит довольно рискованно. Но ох, как стоит риска. Винченцо знает подробности. Ага, как я и сказал, это на пароходе. Попасть внутрь без приглашения будет непросто, но я знаю, ты сможешь, Том. Самое главное, постарайся не привлекать внимания, пока не достигнешь цели. Конечно, оружие через охрану ты не пронесешь, но это я уже уладил. Как только попадешь на борт, надо будет зайти в один сортир. Там будет спрятан маленький револьвер. После этого подождешь немного снаружи. Советник, скорее всего, будет торчать в своей каюте, но он выползет, чтобы открыть торжество и сказать речь. Это твой звездный час. Во время речи его и шлепнешь, Том. Акция должна быть публичной, а эта речь подходит как нельзя лучше. Там будет большая толпа, с которой ты можешь смешаться, когда выполнишь свою роль. И что потом? Хотелось бы вернуться на берег целиком. Потом начнется сумасшедший дом. На пароходе будут охранники, и ты должен суметь проскользнуть мимо них в неразберихе. Если не сможешь, беги на нос, а Полли подберет тебя на лодке и доставит назад в лучшем виде. Так что, Томми? Вообще не пикник, но ты должен справиться. Ладно, я берусь за это. Пароход стоит на якоре на набережной Центрального острова. Тебе лучше поторапливаться, а то не успеешь. Следи за временем. Бона фортуна, Том! Ну вот и я, Ральфи.
Сегодня мне нужно что-нибудь одноразовое. Мы не знаем, как пойдут дела. Привет, Томми! Это не проблема. У меня есть вот эта малышка. В последнее время они очень популярны. Вдобавок, они очень прочные. Смотри, как легко ее украсть. Отлично, Ральф. Да, вот это мне подходит.